Они трепетно поддерживают друг друга и по праву гордятся тем, что сумели сохранить свои чувства, несмотря ни на что. Чествовать юбиляров семейной жизни, проживших вместе 50, 55 и 60 лет, давно стало доброй традицией в Ленинском городском округе. Красивые, нарядные и счастливые, они, как и много лет назад, зашли в зал торжеств по звуке марша Мендельсона, чтобы поставить свои подписи в юбилейной памятной книге и обменяться клятвами любви и верности. Огромное вам спасибо за пример этой верности и чести, за то, что за руку друг с другом, за то, что умели. Ведь любовь, верность, преданность, семья, в конце концов, это большой труд. И может быть, как раз тот самый главный и важный философский камень, а ради чего мы приходим в жизнь. Хочется в сегодняшний день пожелать счастья и вам, и вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам, потому что во многом ваше счастье сейчас в них. Это ваше продолжение, это ваша радость, их успехи – это успехи ваши. За их плечами не один десяток лет, прожитых вместе вопреки всем трудностям и невзгодам. У каждой из этих пар своя особенная история любви и свой жизненный путь. Их объединяет одно – они нашли для себя секрет семейного счастья. Борис Титович и Людмила Прокофьевна Марины познакомились и подружились в Расторгуеве, когда оба еще учились в младшей школе. Судьба разлучила их на долгих 10 лет, а когда они случайно встретились вновь, решили больше не расставаться и поженились. Людмила Прокофьевна всю жизнь работала учителем и директором в школе номер 6. Борис Титович трудится до сих пор в администрации муниципалитета. У пары двое детей, трое внуков и одна правнучка. Просто надо уважать друг друга. Вот и помнить. Вот бывает там что-нибудь так много, а хорошего было больше. Вот, и там «я тебя за это люблю, а я тебя за это люблю». Теплые слова поздравления сменялись в этот день музыкальными номерами. Праздник получился светлым, жизнеутверждающим и очень мелодичным. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.